еду на Белый к маме. Мы там встречаемся сегодня с сестрой, с племянниками. Сейчас по пути мне надо будет племянника Кирилла своего забрать. Он ездил по делам и по пути попросил его забрать. Вместе поедем потом к нашей бабушке. Вова остался дома. Не знаю, фигня какая-то происходит. Наверное, дело в ретроградном Марсе. Иначе как еще объяснить нашу затяжную ссору? Уже неделя прошла, мы все никак нормально помириться не можем. Фигня какая-то. Рыба карасика началась. Сообразишь, да, что делать? Кирилл пропускает. Лена пропускает. Ты что, берешь? Да, берешь. А ты решишь, Лена пропускает? Ну, она берет и пропускает. Да. Так, я хожу. Не успела положить. Мам, ты ходишь? Мам, ну можно вслух смеяться. Что ты про себя смеешься? Я хожу. Да. Меняем направление. Я вот так положи все карты. Мне неудобно. Че, на синий пишет? А ты их поближе друг к другу. Так. Перехрюк. Меняем. Направление, да? Угу. Что сюда? Просто красное, да? Да, красное. Так. Копеж. Так, хоп, копыт. Аня, подожди. Ну, это вот я тебе. Нечаянно. А ты ее, ну, поняла, да? Вот так вот сразу. Так, что, я, да? Да. Шесть. Шесть. Ну, что, есть, то и кидаем. Ой. Такая игра, вот эти дети. Мой ход. Волноваться, да. Так, одна осталась. Кирилл. Да, смысл. Берем смысл. Я все уже ела, да. Первый раз уже. Первый раз, да. Считаем. А ну-ка. Бабушкины. Так. Ты правда никогда лучше не выиграла? Я никогда не выиграю. Включи. Или не хочешь? Не, не, не. Где? Не надо, не надо. Это типа смешные. Ну да, приколы, что русские это. Если есть желание заняться настоящим, можно Ходи. Чем больше ты играешь, тем лучше у тебя получается. Скоро начнешь выигрывать. Нету. Нет, это как-то неестественно. Ну шутим, ну что ты? Нет. То ли выйдет. Ты а что ты правда заглядываешь к нему? А я забыла, что не взяла. Понял, пропускает.
Нет, он пропускает. Одна. Ну чё это? Ты же... Тебе надо было. А то и тут одна, и сюда тоже. Так всё, да? Нет, не одна осталась. Аня входит. Это я картошку. А мне показалось, я последняя. Нет, Кирилл вообще. Он даже не успел. Он даже руку не ложит. Я уже еду домой. Фу, мы так насмеялись сегодня вообще. Игра такая смешная. Капец, сейчас игра Свинтус называется. Мы ее покупали с Вовой в Краснодаре. Но там не обычные карты, а они там с картинками разноцветные. Российского производства игра. Очень смешная. Вот мы с семьей играем, смеемся просто до слез. Я 100 лет так не смеялась. До сих пор я некоторые моменты вспоминаю, мне до сих пор хочется смеяться. Очень классная игра, классно проводить время вместе с семьей. Вот с этой игрой вообще здорово, супер. Я очень рада, что мы ее купили. Всем нравится. Играют для всех возрастов вообще. Вот у нас Аня, ей почти 9 лет. Мама моя играет, ей больше 60 лет. То есть для всех возрастов вообще она легкая, простая, понятная и очень смешная. Мы с Вовой вдвоем в нее играли, но вдвоем не так интересно. Но поначалу и вдвоем тоже нормально интересно. А сейчас вот мы играем, там не знаю сколько, вчетвером, впятером, вшестером. Вшестером вроде не играли. Ну, короче, супер вообще. Когда в эту игру играешь, я поняла сегодня то, что не нужно краситься, нужно без макияжа быть, потому что смеешься до слез реально. Я сегодня вот так вот слезы вытирала с лица. И нужно подстригать ногти. В моем случае на правой руке. Кто правша, на правой руке. Кто левша, на левой руке. Если хотите, на двух сразу подстригайте. Там есть одна такая карта, когда ее кладешь на стол, нужно рукой сверху хлопнуть, и все сверху должны руку положить. Кто последний, тот берет две карты. И вот когда ты начинаешь быстро, пытаешься быстро положить руку наверх, очень часто бывает такое, то что ногтями задеваешь чью-то руку, кого-то царапаешь, или тебя кто-то царапает. Так что, короче, надо подстригать ногти и не краситься. Тогда будет супер вообще. Так, как-то я удобно еду, я не могу понять. Вроде удобно. У нас было несколько контейнеров. Вова докупил еще немного новых контейнеров. Мы решили хранить еду не в кастрюлях, в сковородках, а в таких вот контейнерах разного размера. Мы заметили, что еда в них хранится лучше, дольше. И мы однажды готовили овощной салат и переложили его в такой контейнер. На следующий день он у нас был как новенький.
абсолютно свежий, как будто бы он не простоял ночь в холодильнике. И, в общем, пришла такая идея, чтобы перекладывать еду из кастрюль в такие вот контейнеры. Я вообще мечтала о тупперваровских контейнерах, но пока все-таки решили остановиться на обычных. Все, картошка на месте. Это мы тоже закрываем. Как ты закрываешься? Вот так. Оп, оп, оп. Это мы закрыли и в холодильник. Скажите же, так гораздо лучше, гораздо красивее. Сразу такой порядок в холодильнике организованный. Мне очень нравится. Ась, я, конечно, все понимаю, но ты не представляешь, как это больно. Я могу, конечно, немножко потерпеть, но недолго же. Давай быстрее. Все, еще чуть-чуть и все. Ась, все, давай. Все, хватит, ты мне уже шею натер. Она уже красная у меня. Я тебя съем когда-нибудь. Собралась сделать маникюр и поняла то, что проголодалась. Маникюр придется отложить, потому что я как представила, что придется ждать еще полчаса. Я не вытерплю. Мне обязательно нужно сейчас поесть. Я не могу налюбоваться холодильничком нашим новым. Так, что я буду? Сделала себе овощной салатик, огурчики, помидорчики, еще капуста здесь и зелень. Закончилась фитакса у меня, она мне так понравилась, мне теперь без нее кажется салат невкусный. Не, он вкусный, конечно, но с фитаксой гораздо вкуснее. Поем немножечко хрен васаби, капельку совсем. И здесь у меня картошечка отварная и сердечки куриные. Ну, соответственно, чай с молоком без сахара. Приятного аппетита! Я обожаю кушать. Что-то в зуб заходит. Через 15 минут начинается футбол. Россия, Хорватия, я так волнуюсь. Вообще такой ответственный матч, такая ответственная игра. Хоть бы наши выиграли, хоть бы наши выиграли. Пожалуйста, пожалуйста, очень прошу. Пожалуйста, Боженька, Вселенная, Космос, кто-нибудь, сделайте нашу команду сегодня сильной, быстрой, чтобы наши сегодня выиграли. Пожалуйста. Я так болею вообще, буду переживать прям. Но могут же хоть разочек выиграть они. Хотя бы еще дальше, на один шаг дальше пройти. Могут ведь.